Около 20, там водитель в состоянии не стал. Я виноват, я не оспариваю свою вину. Вы виноваты, вы не оспариваете свою вину, документы да. Ваши. Я сейчас, вот, документы сейчас позвоню. У вас права есть вообще водительские удостоверения? Да, у меня есть, да, они у меня, она у меня есть. Они у меня есть, я не лишен. Да? Вы меня сейчас лишите. Мы сейчас вас не лишим, вас будут лишать суд. Вы сегодня выпивали? Да, я виноват. Так, сейчас. Выпивали сегодня водку, пиво? Товарищ старший лейтенант, да, слушай. Вы меня... Сейчас давайте звоню, я вас послушаю, говорите. Вот так. У ребят ключи. Ключи, хорошо. Вы заберите их себе. Заберу. Без документов на дачу. Сейчас, секундочку. Вы поехали без документов на дачу. Да. Документов по факту у меня есть. На машину есть по есть, факту. Водительское удостоверение да. У вас есть. Вы не лишены да. прав. Выпивали вы что? Вчера? Позавчера? Сегодня? Когда вы? Вчера. Сегодня вы не выпивали? Сегодня нет. Но от вас явный запах алкоголя. Да я поехал просто в носках. А, вы вообще в носках поехали? Да. Сейчас. Подожди. Давайте. Вы меня отвлекаете, я хорошо, не могу давай. Одевайте, ботинки, холодно, да, одевайте. Все же документы не могут быть у вас в машине? Нет, у вас документы. Я посмотрел уже. Одевайте туфельки, одевайте, холодно. Да. Я ищу. По-моему, нет, я на дачу ехал. По-моему, я тронул. А! У меня документы дома остались. Пока мы ничего не оформляем, я стою в носках. Блин, вообще жду тебя. Давай сюда приезжай. Сейчас копли подвинули. А можете все-таки сказать, что произошло? Вот вы заметили, что машина... Ну, я ехал, заметил неадекватное поведение на дороге человека. А в чем оно выражалось? Ну, выезжал на встречную полосу, чуть не задевал машины. Здесь вот на повороте начал заносить, и он снес знак. Угу. Я уже здесь подбежал его, ключи забрал от машины, вызвали ГАИ. Ничего, я постою. Знаете, я не буду. Вот, извините. Антонов, я Александр. Год рождения. А вот нас еще снимают. Да. Расскажите. Я как раз через переход шел. От дома с собаками гуляю по кругу как раз. Mm-hmm. И только перешел переход, и как раз услышал этот резкий треск торможения. То бишь после переходного перехода он вправо принял. Остановился. Я думал, ну он на нем ударился. И, оказывается, нет. То есть он посмотрел, опять нажал на газ. Uh-huh. Ну, с таким с пробуксовкой. Uh-huh. И начал поворачивать направо. Я смотрю, он прям в радиус четко не вписывается. Uh-huh. И четко прям в стол тут вот этот знак слабовой. То есть, ну, на этой скорость набрал, видать, нога была на педали. Я остановился здесь. Притормозил, постоял и опять по газам. Потом уже ребята с машины вышли, сразу им показывают, типа, все, стой. То есть у меня тоже была первая мысль сразу позвонить, то что иначе он тут надел бы сейчас делать. Пожалуйста, да-да. Снимайте. А подскажите, вот вы сели за руль в нетрезвом виде, ну, по вашим данным. Вы да, куда-то ехали? Я хотел поехать на дачу осторожно. Угу. Да, а я на самом деле вот попался с ГАИ, а хотел поехать, вот мне нужно было сейчас повернуть налево. И все, я оказался бы на даче. Угу. Понятно. И все, и на этом все закончилось бы. А как бы получилось так, что вы меня снимаете, ну, то есть получилось так, что я попался. Угу. Ну и все. Собственно, понятно. Что я могу вам сказать? Ну, а как вы думаете, можно вообще садиться за руль выпившими? Вообще нет. Угу. Я согласен с тем, что нельзя. Я нарушил, и я согласен с тем, что я виноват. Понятно, понятно. Но не советуете и другим садиться? Не советую. Угу.
Понятно. Я виноват. Я могу сказать, что да, действительно, я виноват. Я не прошу прощения ни у кого. И как бы да, я ехал. Старался ехать осторожно. Старался. Мне нужно было повернуть вот здесь вот буквально еще 100 метров и налево. Вот. И это было бы уже на дачу дорога. Еще раз сядете за руль все-таки в нетрезвом виде? Как вы думаете? Вы знаете, полтора года не сяду точно, потому что сейчас меня суд лишит прав. Я не сяду однозначно. А дальше, вы знаете, я собираюсь менять работу из Российской Федерации на... Да, я проживаю в Санкт-Петербурге, и работаю в Санкт-Петербурге. Вот. Я до... Раз уж вы меня снимаете, вы же снимаете сейчас. Да, конечно, конечно. Вот. А сюда приехали к друзьям или? Вы меня снимаете, да? Да, да, да. Я хочу попросить. Я хочу извиниться перед всеми, что я вот так поступил. Хочу попросить прощения в камеру. Вот. Я виноват. Не отрицаю собственную вину. Вот. Ну, собственно, все. Ребята подошли, он увидит, что он газует, и сразу перед ним встали. Типа, стой, все, выходи, типа. Ну, то есть, если бы он поехал, мог бы еще дело натворить. Я не исключаю, потому что при такой траектории движения он тут неуверенно в ворота заходил, а дальше что будет, непонятно.